Доброго дня, дорогие наши зрители! Мы вновь с удовольствием приветствуем вас и сейчас начнем показывать новинки серебряных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Самые разнообразные изделия из серебра уже доступны к заказу и ждут вас на нашем сайте jumagazine.ru. Для того, чтобы заказать, переходите по ссылкам в описании к нашему обзору, где вы можете узнать цену и просто, а главное, безопасно заказать понравившиеся украшения. Ну а мы начинаем вам их демонстрировать. Наш обзор открывает вот такая новинка. Потрясающий комплект украшений, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на изделиях искусственной корунд александритовой. Оцените, как переливаются грани, как играют оттенки. От насыщенно-лилового до туманно-синего. Просто восторг! Такие украшения станут настоящей изюминкой вашей коллекции аксессуаров и прекрасно подойдут для элегантного образа на любое торжество. Дизайн кольца и серег идентичен. Это мягкие плавные линии, которые добавляют шарма вставке в грушевидной огранке. Паспортный вес серег 6,2 грамма, кольца 3,6 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на изделиях – искусственный султанит. Снова ваша любимая вставка играет по-новому. Вот в таком очаровательном исполнении. Только посмотрите на эти сердца, оплетающие камень. Это самый нежный вариант оправы для такой вставки, как султанит. Дизайн серег идентичен дизайну кольца. Кольцо с обратной стороны имеет тонкую шинку. На серьгах английский замочек. Заказывайте скорее эти украшения, пока они еще есть в наличии. Для того, чтобы осуществить покупку безопасно, мы ждем вас на нашем сайте jumagazine.ru. Паспортный вес кольца 4,8 грамма, серег 8,2 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка – искусственный агат и фианиты. Роскошный и фантазийный комплект украшений продолжает наш обзор новинок. Посмотрите, как интересно выглядит агат, как его подчеркивают фианиты и дизайн декоративной части. Очень необычно, согласитесь? Не бойтесь новых идей и образов, самовыражайтесь в украшениях, а интернет-магазин «Серебряная птица» с удовольствием поможет вам в этом. Паспортный вес серег 4,4 грамма, кольца 2,8 грамма. Серьги из серебра 925 пробы, покрытие золочение и вариант без покрытия. Серьги Конго давно уже стали классикой, уместной к любому образу, гардеробу и случаю. Сегодня мы показываем вам, как может выглядеть классика по-новому, например, с английским замочком и декоративным элементом. Самое интересное в этой модели то, что эти серьги можно трансформировать по своему желанию. Практически как угодно. Это могут быть как серьги Конго с шариком или без, так и миниатюрные серьги, которые едва заметны на ушке. Скорее заказывайте оригинальные украшения в свою коллекцию и не забывайте принимать комплименты. Паспортный вес этих серег 7,4 грамма.
Представляем вашему вниманию серьги и кольцо. Из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, вставка на украшениях – искусственный авантюрин. Невероятная вставка в оригинальной оправе. Прекрасный вариант украшения, чтобы порадовать себя или своих близких. Только посмотрите на эти сочетания. Сверкающие вкрапления в огранке кабошон, но при этом сам камень квадратной формы. А оправа – с скругленными линиями, также оплетенными вокруг квадрата. Просто невероятный тандем. При этом в носке украшения очень комфортны и легки. Переходите по ссылкам в описании к видео, чтобы забрать себе эту великолепную новинку. Паспортный вес серёг 6,2 грамма, кольца 3,4 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях – фианит. Минимализм продолжает сохранять позиции, поэтому советуем присмотреться к вот такой новинке. Черные фианиты дорожкой на узком кольце и серьгах. Что может быть более стильным и утонченным? Серьги по дизайну полностью идентичны кольцу. Комплект смотрится завершенно и очень гармонично, и при этом не перетягивает все внимание на себя и сохраняет ваш образ единым и целостным. Паспортный вес серег 2,6 грамма, кольца 2 грамма ровно. Представляем вашему вниманию подвески в покрытиях оксидирования и золочения и родирования. Подвески из серебра 925 пробы, вставка на изделиях фианиты. Для почитателей религиозной символики в ассортименте интернет-магазина «Серебряная птица» вы всегда сможете найти то, что вам по душе. Например, вот такие массивные кресты в разных вариантах покрытия. Посмотрите, какая совершенная детализация и поразительный объем. Сделайте такой ценный подарок себе или своим близким. Паспортный вес подвески 9,5 грамм. В ролике использованы цепи RDG7 и RDG7R. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на украшениях – фианиты. Только полюбуйтесь, какую красоту приготовили для вас ювелиры завода «Красная Пресня». Какой выразительный и необычайного цвета фианит собственной огранки. Переливающийся от голубого до цвета морской волны и даже зеленого, такого свежего, как молодая листва. Восхитительно! Как раз очень подходят такие украшения для самого начала лета. Квадратная огранка добавляет изделиям утонченности и грации. Мы уверены, такой комплект займет достойное место в вашей коллекции. Паспортный вес серег 5,8 грамма, кольца 3,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения. Вставка – ювелирное стекло Сваровски. А сейчас присмотритесь и приготовьтесь очаровываться. Какая новинка подоспела! Комплект украшений с кристаллами Сваровски. Да еще и в такой восхитительной огранке и исполнении. Посмотрите, как закреплен камень. Какими цветами он переливается. Смотрится просто невероятно и стильно. Также такой комплект прекрасно подойдет к любому образу, от casual и до вечернего. Паспортный вес серег 1,6 грамма, кольца 2,5 грамма.
Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшение без вставок. Продолжая тему минимализма, предлагаем обратить внимание вот на эту новинку. Черненое серебро с оригинальным дизайном. Сочетание традиционного стиля и лаконичных тенденций. Все в этих украшениях. Скорее переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте украшения, в которых будете самой неотразимой. Паспортный вес серег 5,1 грамма, кольца 3,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирования, вставка фианит. И вновь фантазийные и воздушные узоры в нашем обзоре. Такой дизайн придает легкость и утонченность украшениям, а они добавляют эти качества вашему образу. Можно очень интересно обыграть такой комплект с романтичным нарядом или даже деловым костюмом. Что вы выберете, зависит только от вас. Так что не стесняйтесь и экспериментируйте с ювелирными изделиями так, как вам хочется. Паспортный вес серёг 3 грамма, кольца 2,3 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы без вставок в покрытиях золочения и оксидирования. Элегантные витиеватые серьги в традиционном стиле в двух вариантах покрытия. Отличная находка для любительниц как традиционных дизайнов, так и современных мотивов. На серьгах в этой модели достаточно широкий штифт, обратите на это внимание. Зато это позволяет быть изделием заметными и яркими элементами вашего образа, а также подчеркнуть скулы и линию шеи. Паспортный вес серёг 8,2 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка искусственный авантюрин. И вновь величественный, словно невероятное, глубокое звездное небо авантюрин просто в поистине царской оправе. Только вглядитесь в эти размеры, в эти вкрапления, словно целая вселенная в одной вставке. Дизайн оправы камня на кольце и серёг немного отличается, но при этом украшения прекрасно дополняют друг друга. Мы уверены, что среди этих вкраплений, как звездное небо, обязательно найдется и ваша счастливая звезда, которая всегда будет с вами в этих украшениях от ювелирного магазина «Серебряная птица». Паспортный вес серёг 13,8 грамма, кольца 8,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы без вставок, в покрытиях родирования и золочения. Еще одни минималистичные серьги, которые также могут трансформироваться при желании. В таком варианте у вас останутся только серьги Конго, а в этом ролике мы показываем вам, как будут смотреться серьги с цепочкой и декоративным кольцом. Согласитесь, выглядит очень стильно и современно. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте изделия на нашем сайте jewmagazine.ru. Паспортный вес изделия 3 грамма.
Представляем вам браслеты из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования. Вставка, искусственный агат, искусственный халцедон и искусственный нефрит. Под конец нашего ролика мы приготовили такие величественные браслеты в потрясающем исполнении. Сочетание великолепных филигранных узоров и непрозрачных камней. Обратите внимание, что браслет данной модели подбирается по размеру, поэтому учтите этот момент при заказе. Уверяем, с этим браслетом вы соберете все восхищенные взгляды и комплименты. Паспортный вес изделия 24 грамма. Вот на этом мы завершаем наш обзор. Мы благодарим вас за внимание, ваши комментарии и теплую обратную связь. Она действительно очень важна для нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Решайтесь на смелые эксперименты. До новых встреч в новых видео!